привет, дорогие друзья и гости моего канала. С вами Ким Ченнел. И этот ролик у нас посвящен новому участку Солнцевской линии от станции Рассказовка до станции Аэропорт Внуково. Сегодня мы проедемся по перегонам, посмотрим на новые станции, а именно Пыхтина и Аэропорт Внуково. Ну и заодно вот решил вам показать станцию Рассказовка. Собственно, откуда мы и будем начинать. Откуда и начинается этот новый участок. Собственно, не переключайтесь. Приятного просмотра. И поехали. Thank you.
Что ж, дорогие друзья, вот и она, станция Пыхтина. Первая и предпоследняя станция в новом перегоне, точнее, открытом участке Рассказовка аэропорт Внуково. Собственно, вид из окна здесь пока что не очень, но очень надеемся, что в будущем он будет получше, чем сейчас. Сама по себе станция, на мой взгляд, очень футуристична, с вот такими скамейками полукруглыми и сделанными в этом же стиле лампами. Как по мне, это очень красиво, но на станции имеется некая пыль, если так можно назвать, какая-то дымка. Но, видимо, это из-за того, что за окном стройка. Но надеемся, что со временем это поправят. Ну а мы скоро поедем на станцию аэропорт Внуково. Имеется, скажем так, информация о различных самолетах. На паузе можете почитать. Сейчас едет очень медленно.
Внуково. Конечная. Выход к аэропорту Внуково. На данный момент мы находимся на станции аэропорт Внуково. Она выглядит вот так. Похоже, что по этому пути поезда пока что не следуют. Видимо, так и есть, потому что там дальше тупик. Вон он. Видимо, поезд так медленно ехал, потому что, если вы видели, там была стрелка на неправильный путь. И, скорее всего, по ней сейчас поезда и оборачиваются. И, возможно, будут оборачиваться, пока станция Внуково, аэропорт Внуково, не будет переделана под обычную станцию. Ну, я имею в виду, не будет конечной. И вот, собственно, поезд останавливается с этой стороны. Кстати, он продвинулся, что удивительно. Ну и он уезжает вот туда. И, кстати, поезда дальше не идут, то есть не уходят дальше в тоннель. Об этом может свидетельствовать отсутствие часов интервала. Вот такая вот станция. За поездом находится примерно такая же путевая стена. Как по мне, станция на любителя. Но лично мне нравится, потому что вот эти треугольники, сделанные как будто крылья самолета, добавляют, скажем так, красоты этой станции, потому что без них, если бы они были бы, например, тоже какого-нибудь серого оттенка, но только выделялись бы на сером фоне, то это было бы не так красиво. Ну и, в принципе, они черные, а мне черные цвета нравятся, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оценивайте этот ролик, делитесь им. С вами был Аким Channel. И всем пока.